Добрый день. Сегодня мы собираем теплицу пристенную. Ширина здесь у нас 1250 на 4. Длина здесь у нас будет глухой торец. Там у нас здесь дверь во втором. Будем ее ставить вот сюда. Сейчас мы ее полностью соберем и подставим ее полностью к забору и к этому сооружению. Здесь у нас будет с этой стороны дверь. Такая теплица идет 40 на 40. Здесь 40 на 20, нога также 40 на 40. Цинк все покрашено порошковым способом коричневого цвета. Поликарбонат у нас идет 4 мм, полигель практичный. 0,65 плотность установленного брус, также с тунус обработан септиком. Сейчас мы будем делать нашу дверь. Перекрывать стены с крыши и заднюю также. Здесь такая стена. Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем пристенный парник. Теплица пол легенды. Не знаю, как ее назвать правильно. Сарайчик односкатный. Вот уже собрали каркас, брус, обшили торцы. Будем перекрывать, обрамлять. Потом переставим вот на это место, к этой стене. Продолжаем. Теплица пристенная легенда. Шириной 1250 на 4. Здесь мы уже обшили стены с одной стороны и с той. Также сделали 2600 с профилем. Сейчас будем прокручивать все, ставить уголки, доборные элементы и крышу. Такая теплица. Пристенная теплица. Односкатная ширина. Тут у нас 1250 на 4. 4 метра длиной. Здесь у нас такая дверь. Установили на брус, просто обработан септиком. Также поликарбонат идет. Полигаль практичный. 0,65 плотность, 4 мм. Здесь также мы сделали форточку коньковую. Открывается профиль трубы. Идет у нас 40 на 40, 20 на 40. И также стенка, которая прилегает к конструкции. Труба у нас идет цинковая, плюс полимерная порошковая покраска коричневого цвета. Такая вот маленькая компактная теплица получилась. 1250 на 4 метра длиной. Закончили монтаж. Теплица, парник. По габаритам она идет как половина легенды, то есть 1250 в ширину, как половина легенды 2,5 в длину 4 метра. Сваренная конструкция с профильной оцинкованной трубы. 40 на 40, 20 на 40, 20 на 20. То есть вот такая парничок получился. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком, полимерно-порошковым способом окрас, цвет шоколад. Рамуга в коньке ручного привода. Везде обрамление, уголки, отливы. Поликарбонат 0,7 плотности, 4 мм толщиной, все соты защищены перфолентой и торцевым профилем. Цельная с замочком, с отливом. Ну все, якоря упрочены. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.